Меня зовут Марк. А ты как расценивал свои шансы на победу в этом фестивале? Я расценивал, что я буду танцевать, а как оно там будет, будет зависеть от того, как я буду танцевать. Поэтому я старался танцевать, и это хорошо получилось. Скажи, пожалуйста, а часто участвуешь, принимаешь участие? Ну, сейчас не так часто, но довольно часто. А мне очень нравится вот Crash. Crash, Russian Steps, Pink Elephants. Вот это мое вдохновение в последнее время. А почему ты выбрал танцы именно это направление? Потому что оно включает все то, что мне нравится. И я себя чувствую свободным в этом танце. Сколько лет вообще занимаешься? Ну, я занимаюсь где-то уже с октября 97-го, ну, получается, лет 13-14. А что бы ты пожелал ребятам или наставление какое дал, которые тоже хотят достичь хороших результатов? А, не думать о результатах, а танцевать и находить именно то, что вам нравится в танце, а не в результате. А что ты нашел для себя в этом танце? Я же сказал, мне здесь нравится практически все. Хорошо. Большое спасибо. Пожалуйста. Скажи, подожди, еще скажи, а это вообще стиль жизни или это хобби? Или это... Ну, это часть жизни. Какое время ты тратишь на тренировку? Да я вот не трачу время, это время я применяю, использую для себя, когда я танцую. Как бы, если я не танцую, то как бы и не живу, получается. Потому что жизнь – это танец. О себе немного расскажи вообще, кто ты, чем занимаешься? Да вот танцор, как бы, занимаюсь творчеством. Живу под Москвой. А какие твои? Именно танцы или творчество? Ну, я рисую, я танцую, я пою, я играю как диджей и все остальное. Готовлю. Тоже творчество такое. Вот эта пара ваша, вы сегодня вдвоем уже? А мы давно танцуем, мы... Ну как вообще случилось? Как у вас? А, ну вот так вот. Танец нас свел вместе, теперь мы танцуем вместе. Познакомились также на конкурсе? Да, на фестивале познакомились. В году, там, в 2001-2002, где-то так. Ну, не ахти, как бы, но, да, как бы мне нравится, вот, покрытие сцены было супер, как бы, музон нормальный, помещение хорошее, вот. Единственное, просто много неопределенности было, то есть сначала там решили, потом здесь, вот эта вся беготня, она мешает, а так все нормально. Скажи, а по судейству вообще, как оно... Ну, судьи очень заслуженные, как бы, я доволен судейством, все четко. Как бы я привык искать минусы или плюсы не в судьях, а в себе. То есть все зависит от того, как ты станцуешь, а не от того, как рассудят, если судья заслужен.